Книга памяти Красноярской трассы под таким названием вышла работа писателя-публициста, историка Ивана Нигенбля. Все книги Ивана Ефимовича и публикации созданы на основе углубленного изучения архивных документов и, как правило, доносят до читателей ранее неизвестные сведения из истории авиации республики. Эта книга замыкает цикл ранее вышедших в Якутске и Красноярске по исследованию истории перегоночной воздушной трассы времен Великой Отечественной войны, известной как трасса «Аляска-Сибирь». Решили собрать информацию о всех перегонщиках. Но их было более 3000. Это объять необъятное. Но мы за несколько лет собрали биографические справки более 1800 перегонщиков. И, что тоже очень важно, 800 портретов нашли их. Причем включили туда наградные листы, за что они были награждены орденами, медалями каждого конкретного